А сейчас история о выздоровлении, о положительном тесте на коронавирус. Герой нашего следующего сюжета узнал по прилету из Берлина. К слову, подобных историй немало. Мы уже показывали в главном эфире белорусов, визит которых в Испанию и Австрию закончился также на больничной койке инфекционной больницы. Как пережить коронавирус у бывшего пациента с подтвержденным диагнозом, выяснял Никита Дементьев. Сделать эту видеозапись, пусть и не лучшего качества, но зато с концерта любимой группы Андрей Антонов мечтал уже давно. С друзьями запланировали поездку еще в прошлом году, и как только появилась возможность, отправились в Берлин. Прогуливались по тогда еще переполненным улицам, отдыхали в местных барах, но яркие эмоции белорусских туристов сменились на легкое недомогание и температуру. По возвращении домой симптомы только усилились. Ночной звонок врача расставил все точки над диагнозом. Позвонили матери на телефон, потому что перепутали с моим, и сказали, что у меня положительный тест. Но я был к этому, грубо говоря, готов, что, ну, предполагал, что такое могло случиться на самом деле, потому что очень странное уже состояние было, и вот это и было предпосылкой к этому. Впрочем, волнения быстро развеялись, поскольку болезнь у Андрея протекала, как и у большинства пациентов с COVID-19 по всей стране, в легкой или средней форме, подчеркивают медики. В основном это температура 37-37,5, заложенность носа или небольшая головная боль. Тем не менее, даже к таким легким пациентам нужен взвешенный подход. У меня не возникло никаких сомнений в компетентности врачей, тем более, что я сам как бы интересовался информацией там в интернете по поводу лечения, вот, и я слышал из разговора врачей, что они дают нам препараты, которые уже заявили себя хорошо в Европе. То есть я понял, что лечение идет по, скажем так, в правильном русле. Сериалы, музыка, разговоры с родными и близкими по телефону – стандартный набор больничных развлечений, которые, несмотря на загрузку, разбавляли и сами медики. Андрей уверен, помочь не только телу, но и духу пациента – показатель высокого профессионализма людей в белых халатах. Очень благодарен, на самом деле, врачам. Потому что, ну, как я уже сказал, они очень были, как это сказать, лояльными. Всегда приходили в положительном настроении, позитивном. Не давали паниковать никак. За это им, конечно, плюс. Прожив 19 дней в больнице, не выходя из палаты, наш герой признался, что переживает только за неправильную реакцию на выздоровевших. А бояться нас не стоит, потому что врачи сказали, что вырабатываются антитела, которые способствуют разрушению вируса. Плюс ко всему, врач, когда к нам приходил, она говорила, что в эпителии могут сохраняться мертвые клетки вируса, которые не могут развить вирус у другого человека. А тем временем люди, которые не понаслышке знают, что такое COVID-19, все чаще оказываются по ту сторону ворот больницы. Дома 203 человека уже выписаны. Никита Дементьев, Андрей Городобоев и Александр Берецкий. Агентство «Теленовостей».